Ребята, всем здорово! Давно я смотрю на эту посылку, забрал ее, она тяжеленная, почти 3 килограмма. Прислал Жагло Анатолий, Минск, Беларусь. Я не знаю, что можно было сюда нагрузить, оценили он в 281 500 рублей. И у меня много посылок, но так я на нее смотрю, думаю, блин, ну такая тяжелая. Че там, наверное, сегодня распакую. Прежде чем распаковать, хочу вам порекомендовать в очередной раз канал Китай Гэ. Парень, короче, на камеру паяет все, что движется. Также есть плейлист отмычки, в которых рассказывают, какие замки не нужно покупать. Также каждый месяц делает отчет, сколько он заработал на YouTube. Также у него есть плейлист «Рекомендую», в котором можно выбрать именно товары, которые нужно купить на Алиэкспрессе. Короче, Китай Гэ, ты мне должен. Ссылка на парня будет в описании. Также канал есть в интересных каналах «Китай рулит» на главной странице с правой стороны. Подписывайтесь на канале, скоро будет уже 200 тысяч подписчиков, наверное. Поэтому ссылка в описании. Let's go туда. Все комментировать, ставить лайки, смотреть ролики. А мы будем открывать белорусскую посылку. Белорусскую посылку. Что нам здесь прислали? Мы-то и не знаем. Сейчас мы, блин, посмотрим и поофигеваем. Так. Туалетная бумага, вижу. Но это уже круто. Это круто. Начало мне нравится. Здесь очень много всего. Очень много всего. Так. Рыдал девушка на шпильках. Косит под старину. ПС, распакуй. Так, что это такое? Так, сейчас распакуем. Мне надо сначала письмо. А что вы мне сразу это... голову-то забиваете? Мне надо письмо, чтобы понять, что это за человек такой. Привет, Игорь! Здорово! Мне 15 лет. Мне тоже было 15 лет. Посылаю тебе все ненужное. Да елки-палки. Вы опять... Плейлист нужно уже, должен быть плейлист посылки от подписчиков и плейлист посылки от подписчиков все ненужное. Меня зовут Анатолий, я из Минска. И я сейчас смотрю на туалетную бумагу, думаю, блин, сколько у Анатолия туалетной бумаги, что она ему не нужна. Несколько раз писал тебе на YouTube, все без ответа. А на YouTube я даже не отвечаю, там не смотрю, потому что там капец. Смотрю тебя с нескольких десятков подписчиков, имею свой канал, где тоже есть распаковки. Есть желание, зацени. Адрес на обороте листа. Так, всем бы подписчикам ума заводить короткие адреса. Вот это вот правда. Ребят, можно менять URL, чтобы у вас не было UCBCDD2646. Можно это все поменять. Поищите в интернете, как это сделать. Можно поменять один раз. Да, я экономлю твое время и время подписчиков. Самое длинное в распаковке мое письмо. И объясни, зачем каждый предмет оборачивать бумагой, заклеивать скотчем. Не знаю, не могу объяснить. Потом 3 часа резать скальпелем. Я могу и эпоксидкой залить, только придется тебе на Али заказывать болгарку. По посылке она чисто белорусская. Пиши больше... пиши больше разнообразных обзоров, а не про одинаковые чехлы. Понятно, ребята? Вот так вот. Оказывается, я уже-то пишу обзоры. Кто-то под меня косит. По поводу чехлов, я говорил, что я не по своему желанию их распаковываю, работает бесплатный посредник, и мне нужно показывать все. Поэтому, если кто не смотрит чехлы, я вначале говорю, здесь чехлы, убегайте. Ну, чехло уже нет, поэтому все окей. Ангелине лайку привет, слава Украине, живе Беларусь. Молодец! Ссылка на канал YouTube вопарапопо. Если правильно, это L. Но она будет у нас в описании. Так, посылка я вижу огромная, поэтому давайте начинать. Я думаю, можно даже поставить, наверное, на паузу и сходить что-нибудь приготовиться там себе. Чайку, кофейку, сачку или просто водички с крана, потому что... будет очень долго. Если она под 3 килограмма, я представляю, что он туда навалил нам. Анатолий из Белоруссии. Минск магнитик. А это у нас что такое? А, это тоже магнит, просто бумажный. Нужно сюда прицепить будет... скажите мне. Магнит? Правильно. На магнит, магнит и на холодильник. Так, спасибо за магниты. Здесь у нас есть Увага Каханы. Використовывай 5 точно. Все ясно. Открытка белорусская.
Так, это у нас под пивко. Но в моем случае, когда-то мне присылали, я использую для кружек, для горячего чая. Спасибо, очень прикольные штуки. Так, это у нас что такое? Фликер в Беларуси. С ним должны ходить ночью все. Распакуй. Нифига себе. Это что такое? Обозначь себя. А-а-а, световозвращатель. У нас светоотражатель. А в Беларуси световозвращатель. Вот так вот, короче, прикрепил себе на шею и ходи, чтобы не потерялся. Я лайку прицеплю, пусть бегает ночью. А то выгуливаешь, может потеряться. А так хоп, и все, и побежал. Тык-тык-тык-тык. Спасибо. Спасибо, ребятки. Еще один магнит. Ну, здесь два магнита, но он как бы вроде один. Но второй типа самодельный, бумажный. Так, вот такой вот деревянный. Это Республика Беларусь. Очень прикольный магнит. С дерева вообще зачетные магниты такие. Так, что здесь? Надо разобраться. Девушка тут в современных-то шпильках. Чего она там фоткается? Забыли, что ли, переобуть? Или, может, не было? Сейчас мы это все распакуем. Так, это что такое у нас? Ну, это, наверное, что-то связано с Белоруссией, хотя похоже на флаг Украины. Фиг пойми. Так, традиции возвращаются. Вот, это у нас Армигер журнала белорусской сиральдики символики. Ага, это, короче, оказывается, это Белоруссия, да. Короче, все, что связано с Белоруссией, здесь есть. Но читать я, конечно, не буду, потому что получится очень смешно. Спасибо, нужно будет посмотреть. Очень, кстати, полиграфия крутая, глянцевая такая. Когда-то я читал журнал Mobilux был. Интересовался мобильными устройствами. Вот, вот запах такой, качество такое же. Так, страшно мне-то открывать, елки-палки. Здесь бумагу мне прислали. 4 пачки. Туалеты папира, white. Понятно, белый туалетный папира. Это понятно. Так, сгущенка прислали. Кстати, сгущенку еще ни разу не присылали. Или присылали. Молоко цельное сгущенное с сахаром. Сделано в Белоруссии. И сгущенку, я насколько я знаю, самая одна из лучших сгущенок действительно белорусская. Поэтому спасибо за сгущенку с сахаром. Так, пока все идет хорошо у нас. Это у нас, это, наверное, для лайка. Но его, слава богу, нет, поэтому все спокойно, я ему передам. Такой мячик жесткий, поэтому то, что нужно для него, потому что он все съедает. Так, это что такое? Это тоже, наверное, для лайка. Это типа косточка, я так предполагаю. Вот, скрученная просто. Или какие-то кишки какие-то, которые скручены, высушиваются. Ну, это, короче, для собак. Вот, я так предполагаю. А там, не знаю, напишите в комментариях. Так, здесь у нас уплотнитель. Большой обман. Есть такое. И погода здесь у нас. Это для чтения. А, ну все, нормально, для чтения журнальчик такой пойдет. Спасибо. Так, дальше. Что у нас есть дальше? Это у нас, ребята, желе клубничка. Если кто не знает, как делается желе, купите пачечку, переверните и поймете. Берете водичку, заливаете, накрываете, остывает, употребляете. И вторая пачка у нас с клюквой, с ароматом. А это кисель. Это кисель. Желе, в принципе, я делал. Прикольная штука. Так, дальше у нас молочное желе. Вот такое есть. Молочное желе. Желехина присылали мне. Ну, в принципе, скоро-то лето. Кисель с ароматом абрикос. Вот в Беларуси насыщено, как все. Суп мясной с макаронными изделиями. Прикольно, прикольно. В поездку с собой едешь? А, варить 5-15 минут. Не, в поездку не едешь. Кастрюля нужна. Но это для... как так сказать-то? Для одиноких мужчин, которые не умеют готовить суп мясной с макаронными изделиями. Я, в принципе, готовить умею. Даже если сам остаюсь, то у меня проблем нет. Суп харчо острый.
Хотя, в принципе, может, знаете, концентраты пищевые, может, даже это не для одиноких мужчин. Я знаю, есть разные супы, но они просто сухие такие. Их разводишь, добавляешь суп гороховый. Короче, я это все передам Ангелине, пусть посмотрит. Она-то больше соображает. А здесь супов у меня на полгода. Грибной с рисом еще, елки-палки. Так, дальше у нас печенье лимонный. Печенье лимонное есть. Дальше у нас печенье к чаю есть. Дальше у нас печенье к чаю малиновое есть. Так, дальше у нас мюсли, батончик, если проголодался, съешь, короче. Дальше у нас такая вот шоколадочка. Коммунарка. Шоколадка коммунарка. Так, ух, прикольные шоколадки. Любимая Аленка. Вот это должен очень быть вкусный шоколад. А это у нас Hey Good Day коммунарка. Бай. Прикольно заделали. Так, это шоколад темный десертный. А это молочный. Молочный съем, а темный куда-нибудь затрем. Куда-нибудь затрем, блинчики делаете. Блинчики сделали. Берете потом вот такую вот черную шоколадку, если вы не едите черный шоколад. И натерку его раз-раз-раз, и блинчики с шоколадом. И все. Так, дальше у нас вот такие вот всякие халва, не халява, это халва бобруйская. И вот такие две вафли Витоша, Вита, вкус миндая и тра-та-та и тополя. Так, здесь я все вроде забрал. Чипсы, чипсы с укропом. Ну, короче, укропу от бульбаша. Нормально. Укропу. Но я-то не укроп, я же разговариваю вроде как на русском. Короче, я полуукроп получается. Петрушка я, короче. Вот так и петрушки будет от бульбаша. Но чипсы реально здесь, если вы слышите, они просто от этой вот трясины просто в хлам. Все, ребята, посылка закончилась. Но много чего прислали здесь интересного. Все-таки вот Белоруссия отличается. Или Беларусь будет правильно, или Белоруссия. Чтобы там не кричали, что я неправильно говорю, что я сам до конца не знаю, как правильно будет. Отличается. Вот многие продукты у нас просто не продаются. И какой-то вот как будто на 10 лет назад возвращаешься, потому что я так понял, в принципе, все, никакого массового там импорта, все, короче, все свое. Или экспорта, или импорта. Короче, вы поняли, иностранных продуктов нет. Берете кисель, берете Аленку, закусываете печеньем и туда еще сгущенки. Ну и, короче, пол шоколадки и суп в это все добавляете. И получается охапка дров и плохо то. Все, ребята, всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Настроение хорошее. Ссылка на парня будет в описании. Туалетная бумага есть, сгущенка есть, чипсы есть, печенье есть. Что еще нужно? До скорой встречи. Всем хорошего настроения. Пока-пока.